Количество больных почечной недостаточностью стремительно растет, а региональная медицина в большинстве случаев может предложить им лишь пожизненно прописаться в диализном центре. Технология дорогостоящая. Альтернатива есть – развивать систему донорства и трансплантации по всей стране. Если бы часть этих пациентов, которые действительно не имеют противопоказаний к трансплантации почки, переводить в статус реципиента почки, это облегчит и финансовые затраты, и создаст совершенно новые психологические, физические условия для существования этого пациента. У Курской области хорошая перспектива в этой отрасли. 6 сотрудников областной клинической больницы уже прошли обучение в Национальном исследовательском центре. Скоро закончат подготовку еще 6. Но до первой операции по пересадке пока еще далеко. Это не только обучение специалистов, это еще и дооснащение. Поэтому как только мы будем готовы, естественно, по крайней мере, лицензию по донорству в этом году мы должны получить. А позже потребуется и лицензия на трансплантологию. Впереди большой путь, который курские медики будут преодолевать при поддержке региональной власти и коллег из Москвы. Ангелина Рязанцева, Сергей Малеев. События дня.